нарезаю на кусочки остатки цветного мыла. Растапливаем мыльную основу. Добавляю ложку масла виноградных косточек и несколько капель отдушки. Далее кладу немного диоксида титана. Он продается в магазинах рукоделия. С ним мыльная основа приобретает белый цвет. Беру подходящую форму, складываю туда цветные мыльные остатки и заливаю их основой. Когда первый слой застыл, можно приступать ко второму. Чтобы наши слои склеились, не забывайте сбрызгивать их спиртом и процарапывать поверхность каждого слоя иглой. Все последующие слои делаю по одной технологии. Украшаю верх мыла разноцветными кусочками и заливаю небольшим количеством растопленной прозрачной основы. Наше праздничное мыло готово!